И здравствуйте всем. Сегодня у нас последний день. Загадка номер 7. Только он показывает мне, что 94% выполнено. Непонятно, что еще надо искать. Что надо делать. Так, у меня тут полный инвентарь. В общем-то, все нубы собрались пораньше тут. Я тоже, как говорится, не спешу, потому что король нубов здесь. Так сказать, вождь нубов тут тоже смотрит за своими подчиненными. В общем-то, 94%, я не знаю, что я не выполнил. Я вроде бы все выполнил. Все головоломки выполнил, вот последнюю только вот сегодня. Значит, последняя минута осталась, ребята. Сейчас он передвинется. Я не знаю, куда он передвинется. Туда вот передвинется. Я не знаю, куда он передвинется. Я не знаю, что будет нарисовано. Может быть, хлопки будут нарисованы. И дверь нарисована будет. Наверное, я не знаю, что будет нарисовано. В общем, тут полный беспорядок. Вот там залез наверх. Туда наверх залез. В общем-то, тут все собрались, в общем-то. Стоим, ждем. Вот, 20:00. И вот, наконец-то появилась картиночка. Смотрите, ребята, картинка появилась. Появилась дверь. Что еще там? Да и не видно, отойдите, нубы, разойдитесь. Дверь, что там? Лягушка, дверь, лягушка и... Что? Дверь, лягушка и... И что-то еще, вот это вот, я не знаю, что это такое. Это непонятно. Ну, дверь, лягушка и вот это вот. Ага, лягушка-дверь. Ага, лягушка-дверь. Я знаю даже, куда надо идти. Значит, погнали. Погнали. Лягушка-дверь открыта. Погнали. Почему он не телепортируется? Сейчас. Лягушка-дверь. Это легко. Правильно? Ведь они все здесь уже должны быть. Потому что дверь... Эта дверь только здесь. Эта дверь ведь только здесь такая коричневая есть. Она больше нигде ее нету-то. Я даже не знаю, куда идти дальше надо. Если не сюда. Я вот, смотрите, ну ведь похоже ведь. Ой, ё-моё. Ведь розовая штуковина ведь, это замок ведь. Показывается, типа, это замок и зайти в коричневую дверь в замке. Погнали. Ну ведь вот это вот ведь, правильно? Не? Да! И использовать... И использовать... клэппинг. Серьезно? Ёпарас, это и тут надо паркур использовать. Ой-ой-ой. Тут жестко будет. А вот это будет жестко, ребята. Я не пройду здесь. Угу. Тут прыжок наверх надо. Потом... куда идти надо? Серьезно, вот туда вот надо идти? А как туда попасть-то? А, можно через... Вот так вот перепрыгнуть надо. Или через паркур надо можно было. Через... Перепрыгнуть через вот это вот. Можно было. Ну, допустим, это жесткий паркур тут.
Ага. Пошли, а тут везде серьезно жесткий парк. Паркур жесткий. Пошли, тут поставлено вот это вот. Тут надо жесткий паркур. Ай. А как пройти-то? А как перепрыгнуть-то? С разбегу, что ли? Обсерегу нет. Интересно, странно. Очень странно. А ну-ка, как они будут перепрыгивать? Как они перепрыгивают-то? Это что, я не могу так... почему я не могу перепрыгнуть-то? Ай. Во, я перепрыгнул. Как-то. Бля, куда... Ой-ой-ой. А куда дальше идти надо? Бля, куда дальше-то? Ой-ой. Это что? О, ух ты, через пропасть судовод. Ага. А, да, мы тут ставили этот самый, как его называется-то. Угу. Подожди, тут надо на лампу, что ли? Судовод. И потом наверх по лестнице. Давайте лучше будем пешком пойдем наверх. Давайте лучше пешочком пойдем. Угу. Тут надо прыгать, конечно, да? Тут надо прыгать. О, и лягушка тут появилась. Здравствуйте, лягушка. Кранованная лягушка, смотрите, смотрит на вас с ожиданием. Что вы хотите сделать? Погладить лягушку? Поговорить с ляг? Поцеловать лягуш? Давайте поцелуем. О, награда разблокирована. Вы получили для средств поздравления персонажей. Загляните в гардероб. Корону получил. Получить. А. И я получил плащ. Ура, мы получили плащ, ребята. А, это что, мужик был? Здравствуйте. Принц Лягушонок, вы сняли мое проклятие, спасибо. Я вижу здесь уже много-много лет. Чего? А, сижу много-много лет и жду, когда кто-нибудь меня поцелует. Много людей проходило здесь. Кто-то даже пытался украсть мою корону. Не, я эту корону не буду воровать, меня она не надо. Ух ты, слушай, красиво тут, а тут надо вниз прыгать? Ага, тут можно прыгать вниз. Слушай, короче, здесь будет жесткий паркур будет. И здесь будет бассейн. Ух ты ж. И тут можно прыгнуть вот на батут, кстати. И на этом вроде бы все. Давайте вернемся. Да, давайте покинем игру. И зайдем в главное меню. Давайте в главное меню зайдем. И зайдем в гардероб. Давайте в гардероб зайдем, ребята. Как-то сегодня слишком лагает. Просто сегодня, наверное, очень много народу. Потому что сегодня последний день. Ну, не последний день, а все же. Подожди. Чего? Я не могу пройти? Серьезно? Меня сегодня... Серьезно? Я больше не могу пройти. То есть, меня сегодня... Меня забрали все мои эти самые. Серьезно? Они забрали все мои эти самые. Все мои... Монетки. Все мои монетки забрали. И я не могу дальше идти. Ладно, спасибо. Спасибо за игру. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ребята. Всем пока. Увидимся в следующей серии. То есть, не серии уже увидимся. Это была последняя серия сегодня. И вообще. Потому что... Вот. Потому что... Стараюсь, стараюсь, а отзыва никакого.
так сказать. А всем, ребята, пока.